Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни, и мы продолжаем играть в игру Outlast. Ну а наша цель... Блин, разбитая камера. Как грустно без нее. В прошлой серии я чуть-чуть ее похоцнул, блин. Жалко. Но... Ой, блин, с этими помехами теперь вообще страшно. И наша цель на сегодня найти отца Мартина на третьем этаже, чем мы, походу, и займемся. Блин, с помехами реально страшнее стало. Так, мне надо попасть на... Твою мать. Там внизу еще кто-то стоит. Капец. Мне надо попасть на третий этаж, насколько я помню. Правильно ведь? Так, там никого. Куда дальше-то? Вниз к этому придурку? Не, серьезно, там же пропасть. Да и я на третьем этаже. Оп. Или можно как-то перейти? А смысла нету переходить, я вижу. Блин, а как дальше-то тогда? Ладно, давайте попробуем спуститься вниз. Только я не вижу вообще абсолютно смысла в этом. Аккуратно. Ах, блин, все-таки нету смысла. Ну тогда может просто перепрыгнуть? Ну-ка. Оп. В натуре. В смысле? Ты что, даже на меня не кинешься? Да у тебя глаз даже нету. Или есть, просто я не вижу. Я не понял. А что ты просто так стоишь? Лишь один выход, лишь один. А у тебя лишь один глаз, лишь один. Смотри, он вообще снесенный нахрен. Братан, как дела? Нормально все? Мне кажется, тебе к врачу надо обратиться. О! Все, это офисные места. Ништяк. Прости. Все, я ухожу отсюда. Откуда ты знаешь, что ты не пациент? Не понял. В смысле? Э, ты подожди, объясни мне. Что значит не пациент? Я же на машине приехал, я не могу быть пациентом. Правильно ведь? А-а-а. Никогда. Вот эти вот офисные места, это значит, что где-то я возле администрации, что ли? Ну, в общем, я же этим путем пришел. Через офисные эти коридоры. Правда, здесь чистенько так, хорошо, уютно. Я даже сказал. Тихо. Тихо. Крис. Хера себе, блин. Так. Быстро проверяем, чекаем все на предмет документов и валим. С Крисом церемониться не буду. А собака быстрый. Раздаст еще мне звездюлей. И не заметит. Идет сюда собака. Эй, блин, а куда от него спрятаться-то? Никуда. Он ко мне идет, да? Правильно ведь? Ёлки-палки. 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 Крис, меня тут нет. Не я. А, тихо, он сюда идет. Фух. Твою мать, блин, Крис. Иди в жопу, Крис. Я просто побежал, не знаю куда, правда, но бегу и прибегаю в никуда. Все, жопа. Окей. Мне просто ничего не остается, кроме как пробежать. Так, а куда мне надо пробежать? О, прикольно, от нажатия зависит, насколько я выглядываю. Спустя несколько серий только узнал об этом. Так, может туда, куда он выломал? Да, он туда пошел. Так. Не, блин, ни хрена здесь нету. Ёлки-палки, блин, Крис, куда ты мне? Куда от тебя бежать-то, придурок? И здесь закрыто, блин. Крис, блин, куда идти, Крис?
твою мать, блин. Он же где-то здесь. Ублюдочная морда. О, вот она, вентиляшка. Блин, даже не знаю, оставаться с Крисом в офисе или... Или ползти к трупу, блин, через вентиляцию. Капец. Блин, любят же разработчики всякую херню делать. Посмотри, как он переломанный, блин, мне жутко, аж к нему ползти. В натуре жутко. О, жесть. Какой ты жуткий, а, братан. Поднимся. Это же то место! В натуре то... Я с той стороны появился. Видели? Серьезно, я же с той стороны. В тот раз здесь этот пробегал, придурок. Какой-то. А Крис меня здесь поймал, вот как раз я здесь пробирался. Библиотека. Либрари. Либрати. О, здесь можно пройти. Ты это он. Я должен сказать тебе. Ключ к дому бога в театре за светом. В театре за светом. Посмотри фильм. Там он оставил карточку. Ясно? Ключ в зале отдыха. Да, иду, иду. Так, а куда мне теперь? Сюда мне походу нельзя. Это же первый этаж. Ну да, я здесь уже бегал. И меня навряд ли так просто выпустят отсюда. Ничего нового здесь не появилось. А этот придурок убежал уже. Ладно, хрен с ним. Мне, походу, на этом этаже надо найти какую-то комнату. Комнату отдыха. Правильно? Так. Recreation Hall. На том этаже. Чепел на том. Библиотека, лобби. Лобби это значит, наверное, отдых. Внизу, в общем. Так, мне либо в эту сторону, либо в ту библиотеку заглянуть. Recreation Hall. Ну, походу, это комната отдыха и есть. Что? Ай, блин! Твою мать, еще и эти звуки на всю. Так, ключ должен быть здесь. На все наушники, блин. Идет сохранение. Тихо. Тихо. Столько пути, столько мест, что я не знаю, куда идти сначала. Но, видимо, я сюда иду, куда надо. Ну, я так понимаю. Ладно, просто идем туда, куда идем. Мне уже просто, я не знаю. Я уже не понимаю, куда я иду, зачем я иду. Повсюду меня пугают. Так. О, эксит. Спорим, он закрыт? Ожидаемо и предсказуемо. Так, ребята, я отсюда пришел, надо это запомнить. Кто там играет? Привет. О, какой-то стрёмный. А как ты видишь, у тебя глаза белые, как будто ты слепой. Блин, такое ощущение, что он меня засек. Типа такой. Теперь я знаю, что ты здесь. Тебе конец, мой друг. Да, вот эти локации я вообще уже не помню, потому что здесь я просто пробегал. Быстрее, быстрее закончить хотелось эту игру. Но ведь сегодня же мы не для этого здесь. Мы сегодня хотим погрузиться в эту игру полностью, блин. Ощутить все на себе. Нахера только мне это? Кстати, идет сохранение. Так. Нет, просто... Просто. Там ничего важного. Так, я здесь, где этот псих был. Фу, я не могу, когда это делается. О, тихо, блин. Интервью записано 27 декабря 1985 года в Лос-Аламосе, Нью-Мексико. Руководитель Рудольф, объект Рудольф Верник, и кадры настоящие. Стрелки ничего не делали? Никакого обмана? Нет. В июне 43-го вы зарегистрировали 3 случая самопроизвольного кровоизлияния. У полдесятка испытуемых начали развиваться опухоли мозга.
Да, на вскрытиях обнаружила, что опухоли были твердые, как свинец. Это их и убило? Не могли бы вы объяснить, почему результаты не могут быть воспроизведены в США? У меня есть теория. Моя родина в те годы... Вам сложно понять, что мы чувствовали, во что верили. Тут всепоглощающий страх. Экстатическая ярость, и английских слов недостаточно. Это больше, чем надежда. Интересно, кто это с кем? Человеческий разум в таких условиях способен на невероятные вещи. Морфогенетический двигатель. Так вы утверждаете, что для эксперимента требовалось близость смерти, неодолимое безумие. Только те испытуемые, которые познали достаточно страха, могли активировать двигатель. Интересно. Вы считаете, у испытуемых появились сверхъестественные способности? Нет. Вы полагаете, они столкнулись с чем-то сверхъестественным? Нет, ничего сверхъестественного. Да что же это было? Вы говорили, что проект Валеридер — это врата. Куда они ведут? Эй! Интересно же! Жесть. Так значит, их цель была подвергнуть всех к грани, то есть напугать до усрачки, как меня сейчас, блин. И тогда они могли видеть. Что видеть? Непонятно. Фух, ёлки, это жутко. В натуре. Ну, конечно же, выход закрыт. Давайте прочитаем заметку по-быстрому. Так, документов нету новых, да? Заметка. Последнее интервью Вернике. Ага, это доктор, значит. Голос словно принадлежит анемичному брату доктора Стрейнджлава. Не знаю, кто это. Аудиозаписи 25 лет. На пленке интервью с доктором Вернике. Речь идет о Лос-Аламосе, что подразумевает правительственный проект. Вернике говорит о спонтанных кровотечениях, опухолях, психосоматических реакциях душевнобольных. Ходит по грани, что отделяет науку от нацистского мистицизма. Только пациенты, пережившие достаточно ужаса, оказались способны активировать кондиционирование. Морфогенетическое кондиционирование. Кондиционирование. Вот фильм, который они крутят. Это поселилось у меня в голове, как навязчивая мелодия. Я моргаю, вижу тест Роршаха. Пятна похожи на роющихся насекомых и воспаленные раны. Пациенты верят, что кондиционирование позволяет заклинать Вальридера. Я слышу это жужжание в собственных костях. Так, чуть-чуть что-то понимаю, но все равно запутано и интересно. Тут уже нацистские какие-то доктора, ой, кровь, и вот это морфогенетическое кондиционирование непонятное. Тебе нужно найти Верника. Лишь один выход. Охренеть там. Вообще раскрученный чувак. Мне надо найти Верника. Что это значит? Он же умер. Об этом писали. Вот документ. Ну тогда еще, когда я только начинал игру, написали, что он умер. Вернике. Давайте прочитаем документ. Где он там спрятан? Некротический фасцит. От Брантона к Виллиарду. Тема «Плотоядная инфекция». Руки не мешало бы мыть почаще. 19 сентября 2013 года. Виллиард написал: «Некротический фасцит? Серьезно? Нафиг, я ухожу». Чё? Я нифига не понял, что это значит. И к чему это было сказано? Блин, да куда меня ведет, а? Честно, не очень хочется туда идти. Потому что я не знаю, что меня там ждет. Открываем. Эй, здесь есть кто-нибудь? О, батарейка. Лишним не будет. Чувак, камера включена, правильно? Ах, блин, твою мать! Ублюдок! Вот урод, а! Фух! Вот ты тварь, а!
Вот ты тварь. Да нельзя так с людьми поступать, ёлки-палки. Да открой ты дверь, а, урод, я тебе всечь хочу, реально. А куда идти-то? Все. А, там дверь открылась. Блин. Вот урод, а. Вот козел. В смысле? Он отсюда выломал дверь. Да. Да, нахер. Нахер. Дурак! Открой ее и закрой правильно. Придурок. Со собой. Так, поменяй батарейку. Ага, можно здесь пробраться. Ну, пойдем. Блин, у меня глаза светятся так стрёмно. У трупов. Капец, они же здесь были все это время. Эти ребята. Я имею в виду полицейские все эти, охрана, они же все это переживали. Тихо. Молодец. Да блин, он уже дверь открыл. Ну его нахер, закрой. Я больше не хочу сюрпризов. Можно это говно выключить? Так, вот и ключ доступа на третий этаж. Отправляйтесь в часовню. Да с радостью, блин, просто ввалим. Тихо. Так, не туда. Правильно же? Правильно. Просто не думай ни о чем. И вали. Вали. А куда валить-то? Куда валить, мать его? Откуда я пришел? Я не помню. Я забыл. Все. Я встрял. Я не помню, куда идти. Реально, ребята, я не помню, куда идти. Где он? Где-то рядом, да? Да тихо ты. Куда я пришел? Вон он там бродит. Урод. Урод, ублюдочный урод. О, это же этот. Писюнец, блин, как тебя называть? Близнец. Один из братьев. А куда? 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 Тихо сказал. Да ёлки. Ладно, походу не остается ничего, кроме как, когда он меня заметит, бежать. Просто валить. Ну, ко мне не видит, да? Да и я теперь его не вижу ни хера. Блин, я не хотел открывать. Мне просто дайте ориентир, куда бежать, и я побегу. Жопу ему дак. Ай, тихо. Не смотри сюда. Тихо. Так, наверное, сюда. Не знаю. Пусть будет сюда. Пусть будет сюда. Просто сюда побегу и все. Да. Я не понял. Уже вот он стоит. Да он же по-любому меня видит. Тихо. Не, ну серьезно, смотрите, он вот он стоит, прям в упор. Я, кстати, в библиотеку только не заглянул. Блин, я буду самым отчаянным репортером. Я пойду на него с камерой. Пусть это будет мой последний репортаж. Фух. Здравствуйте, меня зовут Дэнни. Ай, это было глупо. Да не, просто если он так стоит, тупо. Потому что ему и похер на меня. Здравствуйте, можете пару слов о канале сказать? Ой, блин, как его прет. Может, просто аккуратно открою, но... Я ниндзя. Он меня даже не заметил. Пару слов о погоде в Москве. Ну, рожа у тебя, дятел. А, нет, так страшнее.
Что это значит? Почему он на меня не напал? Я не понимаю, он все это время охотился за мной, и тут мурка. Воу. Что это значит? Лифт? Чтобы воспользоваться этим лифтом, нужен ключ. Мурков, как он тут замешан, я не понимаю. Почему этот псих меня не коснул? Ни тот, ни этот. Я не понимаю. Есть какой-то смысл меня оставлять в живых? Так, кухня. Там закрыто. Ну, пойдемте на кухню. Я не знаю. Не знаю. Там еще какой-то псих стоит. Не знаю, подойти к нему попробовать. Как думаете, стоит? Блин, да ничего не остается, кроме как. Я не знаю. Эй, братан, с тобой все в порядке? Ого! У него просто морды нету. Капец его! О, господи, какой он стрёмный. А куда мне дальше-то? Сюда? Давайте сюда перепрыгнем. Лишний раз поупражняемся. Только зачем это делать? Смысла в этом нету, наверное, да? Фух, и что мне нужно сделать сейчас? Я нашел выход на третий этаж. Видимо, мне нужен ключ. Блин, интересно, кто так подшил этого чувака? Ну, того, который стоит сейчас возле дождя. Блин, я не понял. А что делать-то? И там закрыто, и тут закрыто. Ну, закрыто же. Остается только туда. Так, здесь я уже все облазил. Нет? Может, секретная дверь в холодильнике? Хренушки. Ну, чувак как стоит, так и стоит. А, вон там двери есть. Как символично. Просто отрубленная рука с рацией. Ну, вот, наверное, сюда. Да ни хрена, а куда? Эй, брат, как пройти в библиотеку? Или куда мне там надо пройти? А, вот же выход. От греха подальше. Вы видели его зубы? Да ну его нафиг. Пусть там стоит. Тихонько сам по себе. А я пойду не пойми куда. О! Можно я поиграю просто в бильярд? Посмотрю телек, расслаблюсь. Дайте мне поиграть. Нельзя. Хоть документик может какой-нибудь есть. Ой, я тебе не мешаю. Ого. Это звуки странные, слышали? Так, заметки. Помехи как молитва. Опять одни помехи. Пациент склонился в молитве. Может, купился на пропаганду отца Мартина. Может, слышит то же самое, что и я, только отчетливее. Может быть, это его собственный способ избежать отсюда. Священник называл это Евангелием Песка. Я понятия не имею, кто такой Евангелие Песка. Если это из реальной жизни откуда-то, то... Я не знаю, кто это. Ты тоже просто молишься. У вас тут, походу, что-то типа паствы, да, ребята? Я имею в виду на последнем этаже. Если вы так спокойно бегали, там общались со мной, отец Мартин вами руководил. Мне интересно, Крис, он с этим отцом Мартином как-то связан или нет? Он слишком как-то спокойно отреагировал тогда в начале игры на меня. Тоже молится. Они тут все молятся, офигеть. Брючки, штанишки. Да зачем вам, если вы все в крови? Еще один чувачок. Документов нету. Ну, в начале игры, когда меня сбросили вниз со второго... Да ёлки-палки. Тихо. Тихо. Когда он меня, короче, сбросил вниз, там же отец Мартин ко мне подошел. Ну, он так спокойно реагировал на все. Крис. То, что там отец Мартин ходит. Документ, да? Да, документ. Давайте быстро прочитаем. Евангелие от Юды. Что-то новенькое.
«Недостойный проситель, я могу служить Господу нашему лишь только в качестве пищи. Возьми меня, Овальридер, да увидят это апостолы пастыря моего, и да распространят его неправды ради истины величайшей. Время твое в мире пришло, плоть моя жаждет великолепия гнева твоего, кровь моя полна тобой, выпусти же ее. Вот молитва моя, да пребудет слово твое вырезано на плоти моей». Жесть. Надеюсь, я никого сейчас в комнату не вызову в темноте. В реальной жизни я имею в виду. Этими гребаными молитвами. Так, поменяю на всякий случай сразу. Кстати, камера стала обычной. Стала зелененькой, как и должна быть. Ох, как я и предполагал, мне надо наружу. Почему-то я... Да ёлки. Почему-то я так подумал, что мне... Вот в эту комнату и туда. Сейчас у меня уже такое притупленное чувство страха, больше интерес. Что же происходит в этом загадочном месте? Кто за этим всем стоит? Как здесь никого внизу нету. Просто у Мартина здесь своя паства. Своя толпа. Крис сам по себе ходит. Что происходит? Фу, тихо. Есть какой-то Вальридер, дух. Два голожопых придурка. God hates sickness. Sickness. Там какая-то церковь, что ли. Звуки, как будто колокол, да? Ну, меня одно радует, что хотя бы меня перестали пугать просто так, почем зря. Нагнетают, конечно, атмосферу, но... Тихо. Не пугают. God hates money. Бог ненавидит деньги. Сайкнес, что это такое? Я не понимаю. Ой, куча всего. The street. Какие-то слова. Тихо. Не понял. Голожопые, что ли, стоят? God... Блин, не видно. Готов ли я, написано? Конечно, еще миг ты воссоединишься с Вальридером. Охренеть. Вы тоже видите, что они здесь? Жесть. God always provides a way. Что это значит? У этого вообще лица нету. Жесть. Блин, ребята. Вы бы хоть трусы одели, а? Вы в церкви же, ребята. Ага, я тебя больше не боюсь. Ну, ударь меня, если сможешь. Чтобы закрыть, нажмите X. Сейчас я тебя закрою, урод. Кто там на меня махал, а? Кто там на меня махал? Ты че махал, блин? Да ну вас в жопу, я закроюсь. И от тебя закроюсь. И от всех закроюсь. Так, а теперь, ребята, давайте разбираться, что за дичь здесь происходит. Что за паства? Это что, Мартин? В натуре отец Мартин. Блин, забыл читать. Пророки испокон веков обещали свободу от смерти. Он сказал, что я последний, кто останется. И вот она настала. Ты узришь и опишешь мою смерть, мое возрождение, и тогда мы оба освободимся. Ты гребаный придурок. Тебе больше ничего не угрожает. Я исправил лифт. Он отвезет тебя к свободе. Все мы будем свободны. Хорошо. Итак, сын мой. Ну ты, придурок. Зачем ты это делаешь, Мартин? О, жесть. Ты посмотри, они все молятся ему. Тихо, тихо. А зачем ты сел? В натуре сгорел. О, ты дурак, зачем ты это сделал? О, ключик появился. Жесть. О, ты дурак, а, Мартин, в натуре. Все? Фух. Заметочку надо прочитать. Страсти отца Мартина. Не могу поверить, что отец Мартин переплюнул самого Иисуса в игре, чья смерть будет паршивей. Не думаю, что буду скучать по нему. Путь наружу. Если он не врал, теперь я знаю, как отсюда выбраться.
Я вообще теперь много чего знаю. Он хотел, чтобы я продолжил его проповедь. Да легко, меня услышит весь мир. Ну да, реально, если я сейчас выберусь... Ключ запуска лифта. Если я отсюда выберусь, то я покажу всему миру эту камеру. Жесткач. А что эти двое? Голожопых придурка были с ним? Типа они его друзья или что? Фух. А нахрена вы меня тогда убить хотели, придурки? Ну смотри так на меня. И ты отвернись. Отвернись, я сказал. Ну и хрен с тобой. Я от вас закроюсь. Вы меня стримаете. Так. Сюда никак не пройти. А, вот же выход. В натуре, а я туда хотел обратно идти. Так что мне, наконец-то дадут закончить игру? Надеюсь, что так. Но это было бы как-то слишком легко, мне кажется. Сейчас какой-нибудь Крис побежит на меня. А, в натуре побежит Крис! Блин, я что? Как? А куда? Под кровать, конечно же. Бляха-муха, назад, вернись! Придурок! Тихо, я его не вижу. Капец, блин, пророк из меня, конечно. Огонь. О-о-о. Ёбаный Крис. Пошел в жопу, Крис. Пошел в жопу, я сказал. Ой, вот это был мощный удар. Я же сам потерялся. Так, мне, наверное, сюда куда-то. Мне, наверное, сюда куда-нибудь. Направо или налево? Налево. Я не вижу, ни хрена не вижу, ни хрена. Вижу, вижу, вижу. Отлично. Все, пошел в жопу. Он ломится? Он ломится, да, по-моему? Он, по-моему, просто дверь открыл. Лифт, лифт. Фух, спаситель лифт. Крис, было приятно с тобой познакомиться. Видели, да, глюк? Вратоват. Не, ну Крис мне как уже братишка стал. С самого начала игры со мной. Первый, кто меня ударил. Все, можно выходить. Погнали. Ну, ну открой. В смысле? Не понял. В смысле, блин? Что происходит? Там всего этаж вниз был. Вы чё, угораете, что ли? Какой найдите другой выход? Капец, куда я попал, блин? Тут вообще тишина. Да ну нахер. Ребята. Давайте увидимся в следующей серии. Ну его в жопу, а. Мне так стрёмно в темноте здесь одному сидеть. В тишине. Так что подписывайтесь на мой канал, чтобы узнать, куда мы загремели, блин. И поддержите меня лайком, чтобы Крис сюда не пробрался. Короче, всем пока и до скорого!